Ну, я в основном работал с винтовкой СВД, с общевойсковой винтовкой, поэтому она для меня как бы наиболее удобна. Если бы я работал с другим оружием, может быть, мне что-то другое понравилось. Снайперская винтовка Драгунова, или СВД, разрабатывалась и ставилась на вооружение примерно в те же годы, что и автомат Калашникова. Спору нет, для своего времени это оружие было одним из лучших образцов. Но времена изменились, а винтовка осталась прежней. И когда необходимо...